Яркие костюмы, сумасшедшие прически и зажигательные танцы в сопровождении лучших хитов 90-х. 1 апреля в ресторане «Визит» была проведена тематическая вечеринка «Назад в 90-е», куда смогли прийти все желающие. Ведущие Алексей и Николай, сотрудники фирмы по организации веселого досуга под названием «Amors & Company», составили развлекательную программу для гостей на целый вечер. На мероприятии оценивался общий дресс-код. Гости должны были выглядеть соответствующие тематической вечеринке. Для мужчин подходили потертые джинсы, клетчатые рубашки, свитера, а для женщин цветные лосины, яркие майки и броская бижутерия. По окончании мероприятия ведущими были названы победители за лучший мужской и женский тематический костюм. Оформление зала было выполнено в духе 90-х. Для придания общей атмосферы была использована атрибутика 90-х. Старые кассетные магнитофоны, фотоаппараты, виниловые пластинки, аудиокассеты. А для любителей соревнований в зале находился настольный хоккей и видеоприставка «Дэнди», где любой желающий мог провести пару дружеских дуэлей. Чтобы гости комфортно проводили время, ведущие устраивали конкурсы для всех желающих. В финале каждого испытания можно было выиграть небольшой, но очень приятный приз. Ресторан «Визит» часто проводит подобные мероприятия – тематические вечеринки, Хэллоуин, новогодние банкеты и мероприятия к другим праздникам. Для того, чтобы буевляне смогли отдохнуть после напряженной рабочей недели и просто весело провести свой досуг.